Всем здрасте. Ну что, любители айфонов, дождались. iPhone SE Apple презентовал наконец-то. Вот что я нашел для вас в 2:30 утра. Итак, заходим на сайт apple.com, и там iPhone SE. Буду пытаться немножко тут вам показать. Значит, стартует его цена от $400, либо в принципе $400. Вот, мы можем так вот прокрутить и смотрим, что здесь собственно есть. 4,7 дюймов Retina дисплей, Touch ID, быстрый видеорежим, стереозапись звука, защита от воды и пыли, беспроводная зарядка, портретный режим, 4К экран и A13 Bionic. Вот, мы можем нажать на кнопочку «Узнать больше», собственно, что мы и сделаем. Итак, «Узнать больше», вот он наш iPhone. Значит, типа «Намного любимый за меньшие деньги». Мотаем вниз. Так, iPhone SE упаковывает наш самый мощный чип в наш популярный размер по самой доступной цене. Это именно то, чего вы так долго ждали. Так, вот он прекрасно так крутится. Я кручу мышкой, крутится iPhone. Так, прочная конструкция стекла и алюминия. Великолепный 4,7 дюймовый дисплей Retina HD. Тут типа игры слов. iPhone 11 звонил. Он хочет этот процессор обратно. У него что, забрали этот процессор? A13. Вот нам демонстрируют видосик. Видимо, это игры какие-то. Не знаю, что это за игры. Мотаем дальше, мотаем. Мы вложили мозги от 11 Pro в тельце SE. A13 самый быстрый чип, который был в наших смартфонах. Ну, не в наших, а в принципе в смартфонах, но в их смартфонах. Поэтому все ощущается плавно. Запускаете вы приложение, играете в последние игрулинки или следуете новые возможности работы и развлечений с дополненной реальностью. Вот кусочек айфона нам показали. Ну, в принципе, восьмерка, семерка. Да, вот что-то в этом роде. Так, улыбайтесь, вы в портретном режиме, говорят нам. Все улыбнулись. Кто улыбнулся, поставьте лайк. Кто не улыбнулся, не ставьте лайк. Так, нам показывают мальчика. Что, мальчик, да? В красном мешке. У него батарейка в ушах. Так, усовершенствованная камера, система камер A13 Bionic представляет вам портретный режим, который искусно размывает фон, чтобы сфокусироваться на вашем объекте, даже если вы делаете селфи. Так. Контроль глубины. Простой слайдер позволяет размыть фон столько, сколько вам нужно, до или после съемки. Так, вот нам показывают, как размывается фон. Уже кадр есть, и оно вот так вот размывается. Так. Портретное освещение, я так понимаю. Выберите один из 6 эффектов студийного качества. Студийного качества. Затем отрегулируйте интенсивность освещения, чтобы показать ваш объект в лучшем свете. Вот. И мы вот смотрим студийный свет. Натуральный, естественный, я так понимаю, свет. Вот мальчик с шерстью на голове. Это девочка. Наверное, девочка. Контурный свет. Сценический моносвет, не знаю, как правильно переводится, сценический свет и мужчинка с замечательными усиками, хайки лайт моно.
не знаю, возможно, как-то на русском это переводится. Тут нам пишут, да будет свет и тень и контур. Smart HDR следующего поколения распознает лицо, когда видит его, и интеллектуально подтягивает его, подтяжка лица, чтобы запечатлеть более естественные контуры и оттенки кожи. Он также подчеркивает и затеняет детали на заднем фоне, так что каждая часть вашей фотографии выглядит потрясающе. Вот у нас есть список потрясающих фотографий. Ну, такое я мог еще на К750 Sony Ericsson сфотографировать, на самом деле. О, вот наш мальчик. Да это девочка. Или мальчик. Со светящейся шевелюрой. Вот. В осколках лжи девочка летает. Вот это вот интересно. Прям видно, как с помощью искусственного интеллекта подтянута трава. Вот она прям выглядит вот сверх-сверх красивой. Так, и вот кто-то то ли на взлете, то ли на посадке сфотографирован. Так, ну вот слишком прям, слишком отчетливо видно и руки, и лицо. Это вот все дает, конечно, искусственный интеллект. Так. Видео как бы с очень-очень-очень высокого качества. Вот так вот. И вот прыгающий мальчик. Вот мы крутим дальше колесиком мышки. А мальчик все приближается, но прыгать не перестает. 4К видео означает, что вы увидите в 4 раза больше деталей, чем в HD видео. Но только 1080 это как бы Full HD видео. А расширенный динамический диапазон добавляет больше деталей в блике и в тени. Так, вот нам показывают бегущих на месте людей. Вот, значит, Quick Take, вот этот вот их новая функция, это когда из фотографирования вы переключаетесь в запись видео. Вы можете начать запись видео, удерживая затвор, я так понимаю. Кнопочку вот эту вот. Ну, непонятно. Для меня, как для незнающего человека, что там удерживать надо. Не очень понятно. Так, тут игра слов, типа кнопка Home. Милая кнопка Home, она наконец-то у них обратно появилась. Это вот сейчас на Touch ID будет намек. Сейчас крутим мышку. О, так. Touch ID позволяет безопасно разблокировать ваш iPhone и перейти к приложениям мгновенно, как бы. Вы даже можете использовать его с Apple Pay, чтобы взять кофе, купить приложение для йоги или купить кроссовки в интернете. Все, не доходя до вашей кредитной карты. Ну, собственно, что еще пользователю айфона будет нужно? Как бы купить кофе и приложение для йоги. По-моему, все. По-моему, они охватили рынок. Так, приватность встроена. Приватность. Приватность ли это? Все, что мы делаем, предназначено для того, чтобы вы могли контролировать свою информацию. Все отправленные вами сообщения зашифрованы. Данные отпечатков пальцев хранятся на вашем устройстве, а не на серверах Apple или в iCloud. Apple Pay не передает номер вашей кредитной карты, и список как бы продолжается. Ну, передает или не передает, это как бы я-то не знаю. Вот они утверждают, что не передает, но были-то утечки, да? Так, значит... Тут вот тоже игра слов. Выдерживает брызги, хлюпки, бульки, обливы, разливы, я так понимаю. Вот так вот. iPhone SE водонепроницаем до 1 метра в течение 30 минут. Он также не боится немного кофе, немного чая или газировки. И пыль, да, без проблем. Вот, собственно, вы можете... На 30 минут
оставить ваш iPhone под водой, купив приложение для йоги и найдя немножко кофе себе. Так, время автономной работы здесь вот, я так понимаю, достойное вот это вот слово, достойное кутежа, это какое-то регулярное, скорее всего, выражение у них. В общем, имеется в виду что-то вроде непрерывного времени автономной работы. Вообще, сказал, как это, непрерывное время автономной работы. Ну, пусть так. А шоу должно продолжаться, как сказал один наш дорогой друг. Таким образом, iPhone SE позволяет смотреть до 13 часов видео без подзарядки. Это хороший показатель, на самом деле. Если вам нужно включить питание, просто установите его на беспроводное зарядное устройство. Ну, подключить питание. Или подключите адаптер быстрой зарядки 18 Вт, чтобы за 30 минут набрать от 0 до 50%. Ну, 18 Вт не так много, но, в принципе, достаточно. Это интересно, какая там батарея. Так, вот нам показывают женщину в красном, стоящую на синем, а синяя лежит на зеленом. Горящие лошадки, Apple TV+, что ж тут написано? Dig in son. А, Dickinson, наверное, господи. Думаю, где же Дик? Ну, так. Сделан он, пишут нам, для iOS 13 и выше, которая вот недавно вышла. iPhone SE создан для запуска новейших функций, даже некоторых, которые еще не были изобретены. О как. Так что вы можете использовать темный режим. Это просто революционно. Ярлыки Siri и новое приложение Photos. Воспользуйтесь преимуществами обновлений функций безопасности в будущем. Вот. И нам показывают скриншотики из новых приложений и iOS 13. Вот такие у нас есть приложения. Вот дополненная реальность, как вы видите. Здесь вот какие-то пластиковые люди общаются между собой, потому что вот очень прям лица улучшены. Что у нас есть? Дополненная реальность в навигации. Чего-то альбомчики, наверное, какие-то. Тоже записочки. Вот. Поставляется в черном. В черном. О, смотрите, какой белый. Черный. Это все равно нереальные фотки. Это рендер. Белый. Ага, comes in black, white, поставляется в черном, белом, все. А, в красном цвете. Назвали они его, я так понимаю, пуховым, да? Пуховый цвет. Пух, да? Пуховый цвет. Вот. Видели когда-нибудь пух? Да вот не видели вы пух. Он вот такого цвета. Возможно, это цвет Винни-Пуха. Так, что у нас есть? И дополнительные гениальные штуковинки. Аудиошеринг есть, когда ваш друг, у которого есть AirPods, может послушать с вами музыку. Улучшили они Wi-Fi, Wi-Fi 6 и гигабитный LTE. Две симки, одна из них есть SIM. Стерео аудио рекординг, это мы знаем. Трутон, это их вспышечка. Хаптик тач, это, в общем, когда вы нажимаете на какой-нибудь элемент интерфейса, у вас идет вибро-отдача. Так, и augmented reality, дополненная реальность. Ну, собственно, пора бы уже начинать. Так. Используйте дополненную реальность, увидеть iPhone SE. Хочу использовать. Дайте поиспользовать. Дайте поиспользовать. Вот тут написано Black, White и Product Red. То есть все-таки не пуховый, продуктовый красный.
Так, значит, аксессуарчики. Наушнички, чехольчики по $399. Возможно, меньше, конечно. О, почему стоит обменять ваш старый, уже никчемный iPhone, пусть даже это 11 Pro Max, на iPhone SE? Почему стоит обменять? Ой, ребята, мы дошли к самому интересному. У вас есть Android? Ха-ха. Посмотрите, почему вы должны поменять его на iPhone. Я думаю, мы сейчас посмотрим на это все дело. Вот прям, если вы к этому моменту отключились, жалейте. Так, ну тут ничего больше интересного нет, кроме того, что возьми кредит на iPhone SE. Умный путь купить себе новый iPhone. В общем, собственно, тут началась уже для особых людей, которые вот живут в кредитах для iPhone, для того, чтобы его выплатить. Смотрим, почему же, собственно, пользователь Android должен, вот не может, а должен обязательно поменять его на iPhone. Но он утверждает, что с iPhone жизнь легче. Ну, как минимум, если у вас есть кредитный штукарь, да, он стоит $400, но не для нас, наверное. Если у вас есть кредитный штукарь, то не так уж и проще становится жить. Так, значит, жизнь становится проще, и вот начинается это, как только вы включили свой iPhone. Да, вот нам говорят, принеси свой старый Android, наверное, флагман какой-нибудь, и получи за него до $460. Так, вот, собственно, почему же переключаться? Вот кто обратил внимание, какие здесь будут приложения, вот здесь вот были. Там чего-то Instagram, Clash of Clans, по-моему, был. Не уверен. Игрушечка. Так, будет ли это просто переключиться на iPhone? Нам говорят, да, это будет настолько просто, что вы просто скачиваете приложение Move to iOS на своем Google Play и просто за 5 минут переключаетесь. Возможно, за минуту. Так, но будет ли iPhone простым в пользовании? Ну, конечно, отвечают нам. Он будет проще, чем ваш Android, нам утверждают, ну, судя по всему, по контексту статьи, но ну, это вообще не факт. Так, будет ли он проще? Да, в общем, нет смысла читать. Вот нас ослепили вспышечкой, нас сфотографировали только что. Почему люди любят камеру? Ну, потому что iPhone работает над камерой. Вот тут вот правда, хорошие камеры. Не сами камеры, как снимки. Так. Что конкретно делает iPhone таким быстрым? Ну, понятно, что вот этот велосипедист, вот он у нас в iPhone крутит, а сейчас он что-то завис. Так, как iPhone хранит нашу персональную информацию, помогает. Что делает сообщения такими классными? Ну, что делает? Наверное, вот эта свинка и говорящая какашка. Потому что это прорыв в технологиях, конечно. Они опередили свое время. Вот, смеющаяся свинка, говорящая какашка. Это технологии будущего, ребята. Так, что делает App Store лучше? А подождите, а где же разница вот с Android? Они же там говорили, а почему вот вы думаете, точнее утверждали, это вот вы перейдете по ссылке, и там будет то, почему вам стоит перейти. Ну, пока ничего такого сверхъестественного не вижу. Почему в App Store лучше? Да вот непонятно почему. Вот мы постоянно требуем от приложения, чтобы они
спрашивали пермишены у нас. Ну, в айфоне это, может быть, недавно появилось, а в андроиде это было постоянно, особенно с 5-6. Что по окружению, что вообще по экосистеме? Ну, понятно. Могу ли я получить помощь от настоящего человека, а не просто от Siri? Понятное дело, от Siri помощи не дождешься, кроме установи будильник, установи таймер, Siri покажи погоду. Вот есть какая-то Катя, ну вот, она будет отправлять нам сообщение, с чем я могу вам сегодня помочь. Здравствуйте. Ну вот, кроме Siri есть Катя. Так, могу ли я переключиться с Android на iPhone в Apple Store? Ну и, конечно, и вот милая девочка, скорее всего, как всегда, взяли австралийку для рекламы. Да, конечно, вам помогут. Вот, вот это вот самое интересное. Буду ли я доволен? Знаете, есть такой анекдот, очень коротко. Если я вас задолбал за это время, отключайтесь, ставьте там пальчик вверх-вниз, а я все-таки вот не могу, вот прям хочу сказать. Приходит девочка в магазин и приносит шарики, которые она купила. И такая расстроенная, расстроенная. И говорит, я хочу вернуть их. Девочка маленькая, маленькая. Вот, продавец говорит, а почему, почему, девочка, почему ты хочешь вернуть шарики? Они не нравятся тебе по цвету? Нормальный цвет. Может быть, они не подходят по размеру? Да, да и размер нормальный. Ну, может быть, их недостаточно много? Достаточно много. Но, может быть, они, не знаю, не летают. В чем дело, девочка? А девочка так вздохнула и говорит, ну, не радует. А вот, собственно, та же ситуация. Будет ли он меня радовать, ваш новый iPhone? Или старый? Ну, уже старый же, XS, XS Max. Вот, Pro Max. Да, да, уже радовать не должен, уже старый. Так, какой для вас iPhone? Вот 11 Pro, штукаричек стоит, штукаричек. 700 долларов. SE-шечка 400, XR 600. Выбирайте, пожалуйста, берите кредиты. Вот, ну вот не для того, на самом деле, видео я писал. Слишком поздно уже, пора, наверное, спать. Нашел бы это днем, не записал бы. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, либо маленькие пальцы вниз. Подписывайтесь на канал. Колокольчик не жмите. Ничего не пропустите. Всем пока.